А тут у нас нет сквозного, да, этого самого? Тут могут завестись паучки, а мы их там и закроем. Нам туда особо не надо. Пловец, блин. Так, ну где вы, придурочные? Чё вы спите-то? Сейчас волна будет. О, сейчас волна будет, ё-моё. Сейчас будет волна, блин. Ничего себе, откуда они бьют? О, воды тут уже сколько. Ух ты, блин, прям под самым носом портал, офигенно. Так, лучников гасим всех подряд. Ого, так, что тут происходит? Наконец-то создали нам посох. Наконец-то создали нам посох, так. Народ так выборочно одет. Кто полуголый? Так, вот этот ближний бой. Чувак, ближний бой, он должен получить... Воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, погодите, ближний бой, ё-моё. Тут ближний бой собирался одеть. Да что за... Блин, я не пойму. Так, чувак, ближний бой, где ты? Вот, ты получаешь у нас полностью кожаный доспех. Девка странная получает вот это. Это получает вот это. Так, не знаю, что тут происходит, но надо всем активно пулять. И гасить лучников. Так, все, кто раненые, домой отходим, отходим, отходим. Блин, вы можете спрятаться в дом? Хорошо. И потом придите сюда. Моя вайфа пошла гулять в парк. Окей. С Лилей. Так, главная проблема это, в моем случае, это лучники. Так, это плохо. Еда прям здесь. Не лучший вариант. Все ребята с низким здоровьем легли спадки. Так, эта котя то ли возродилась, то ли я не знаю, что с ней. Но стреляйте, вы же, блин, почему они так близко подходят к этим воротам, блин? Эти вообще какой-то фигней страдают, я не пойму, что они доколупались до того камня. Моя котя всех вон покоцала. Ну, это не совсем котя, но... Там почти все спят уже. Да, я прям даже нажать не могу. Ого, прикол. Все, котя получила по горбу, свалила. Так, отлично.
А вот еще какие есть. А это достаточно сильные должны быть. Конечно, махать жесткий происходит. Ужас. Просто жесть какая-то. Вот это, конечно, очень близко здесь, и чуваки уже получают по горбу из-за этого. Так. Что тут? Тут я должен был разместить каменючку. Каменючку, там они коцаные. Они все раненые, поэтому просто не хотят работать. Так, дерево технологий. Так, мельница. Раз, два, две мельницы. Где будут мельницы? Все еще где-то на первом уровне. Так, а еще я хочу воскресить того чувака. Так, столы, наверное, надо будет убрать. На этой здоровой плите никто не готовит. Можно, к примеру, убрать вот эти. Так, а что здесь у меня? Ага, здесь все так и задумано. Так, создается мельница. То есть этот идет, блин, этот его закрывает. Ну что за баран? Давайте вдвоем одного как-нибудь отмудохайте. Нет? Навались! Добыть воды, добыть воды, добыть воды, добыть воды. Добыть воды. Этого заклинания импова у меня еще нет. К сожалению, нет. Что я тут научился делать? Фермы, да? Раз, два, три, четыре. Пять. Не знаю, сколько их надо. Так, а что мой домик этого кошака никак не поставится, я не пойму. Так, что тут происходит? Так, воды уже невозможно добыть, окей. Так, 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 сейчас мы это быстренько выполним. Выполним, там мука. Ага, муку мы еще не можем, потому что эти штуки надо где-то поставить, они маленькие. Или не маленький, а ну сколько она занимает? Ага.
Две штуки. Раз, два. Так. Так, есть. О, даже тут кто-то соизволил сделать. Ничего себе. Я не могу это больше есть. Ты чё, блин? Не может он больше есть. А, о, как тебе вот такое, непонятно, что это. Ешь такое. Не может он, блин, есть. Кокосы наши, все, блин. Так, котя охраняет зомбари. Что за звук? Ага, понял. Так, все понял. Портал, где мы откроем портал? Где дешевле, там и откроем. Вот это кто-нибудь собирается вынести или нет? Так, лестница будет где-то справа. Где-то справа. Темно, блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заменить корень. Так, с этой волной мы справились. Но как-то так себе было это мое справляние. Чуть много выдал задач, не справляются они. Так, если, к примеру, избавиться от этих двух плит, сделать здесь столы, крутые, блин, столы, я могу здесь крутые столы? Нет, это широкие столы. Да, блин, секундочку. Так, набор быстрых лестниц, может стальные топоры посоздавать? Пара стальных топоров. Можно вообще стали намутить побольше. Ух ты, блин. 100? А почему бы и нет? Так, и можно сделать вот этих крутых кроватей. Но сперва надо две таких, чтобы создать эти. Надо доски. Чтобы создать доски, надо дерево. Чтобы создать дерево, надо срубить это долбанное дерево. И это помимо работы под землей. Что тут за проблема, я не понял. Ну, с какой перепуга это невозможно закончить, я не пойму. По-моему, в этой игре все возможно. Мне кажется, или у меня последний фонарик остался? А на фонарике тоже надо дерево. Но я могу 16 штук создать. Ой, мы придурки, мы застряли. Ну ладно. Так, ходить они все еще не могут, да? Окей, если тут будет лестница... Вот тут смогут. Где-то сказала коровка му. Так, кто с кем там воюет, понятно. Где-то мы пробили железный топор. Хз, только где?
очень странные чуваки. Надо их уже во что-то крутое одевать. В мифрил, блин. Тут сверху можно катапульт нахренячить. Кучу. Что же у вас за проблема, ребята? Я не пойму. То есть сюда вы пока не маете, да? Окей. А если вот так? Ой, упал. Склад бы где-нибудь в этом районе организовать. Блин, ну каменные эти технологии, блин, ё-моё. Стальной топор, стальной топор. Мега эпичная странная штука вот эта. Просто... Строить. Так, а тут то ли двери еще какие-нибудь сделать. Потом сделаю здесь двери. Не знаю, зачем, конечно, ну. Так, это какая скорость? Полуторная? Что так медленно? У тебя что еще за проблема? Идиот. Понимаю. Все? Ты свободен? Нет, еще не свободен. Так, тут будет лестница. Хотя, зачем на такой высоте? А, ну да, в принципе, может... Может понадобиться. Так, ребята, ну, ускорились. Газуем. Так, ну, кто тут чем занят? Так, 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 так. Ограда. 5 штук у меня оград. Можно здесь наверху построить чуть типа... Типа фермы. Так, а котяшка их будет охранять или нет? Где котяшка? Котяшка на улице есть. Отлично. Эти работают. Так, еще можно перемолоть. Так, можно сделать пшеничные зерна. Так, где? Сколько у нас этих штук? 63, да? Что я с них делаю? Пшеничные зерна я делаю. Блин, сотня, ёпта. Без понятия, зачем. Так, коробы. У этих у всех прочные коробы есть, отлично. Ух ты. Вот такие крутые, блин, топоры. Еще надо 1, 2, 3, 4, 5. 5 таких крутяцких топоров.
Ну, относительно крутяцких. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Что за, блин, фигня? Ну, можно тут построить. Ниндзя, блин, прыгает. Есть тут чуваки, способные ставить. Я верю в вас. Пока заменим передние блоки, а там видно будет. Так. Несколько этих тут. Так, теперь каменная печь. Зачем она нужна такая? Простая в изготовлении печи из камней. Но мне и так, по-моему, этих печей хватает, как я не знаю. Вон там печь, хрен знает где стоит. Не, простые каменные печи мне не интересуют. Я бы лучше это все столы здесь бы поменял. Так, ага, я собирался еще гвозди делать. Чтобы создать такую кровать, надо гвозди. Чтобы создать гвозди. Так, чего-то не хватает. Не хватает досок. Да, не близкий путь приходится обойти, потому что кто-то не сделал здесь проход. А сейчас выдолбим. И тут тоже, наверное, надо выдолбить проход, и тогда не смогут идти сверху и сюда вниз прыгать. И это короче, чем оббегать. И этот, наверное, сейчас коснем. Или не коснем, и сделаем там освещение. Или не сделаем, сделаем. Он идет самый умный. Красавчик. О. Черт, тут связь прям двух этих. Тут, наверное, в принципе, можно не ломать. Так. Так, 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 так. Здесь мои овцы не улетят, блин, хотя шансы, что они улетят, малы. Могут и улететь. Так, овец еще надо поймать. Где они, блин, даже не представляю. Ага, наверное, там не овцы, а ламы. Так, надо создать ловушечку для них. Ловушечка. Ох, тут сколько всего надо. Замок. Готово. Веревка. Готово. Ловушка. Готово, блин. Можно вот эту дверь вынести и сюда поставить. Туда, например, межкомнатную. Меня, я могу ведь уничтожать все нахрен. Все никак не пойму, зачем я это делаю. Фу, не пугаемся, это напоминание. Фу.
Так, а вот здесь можно еще восстановить. Почему-то тут ребятам... Блин, а что с этими аквалангами? Недоступен еще мне акваланг. Когда он станет доступен? Ага, еще не скоро. Так, сюда я... Я уже могу такие вещи делать? Отлично. Отлично, нам ближний бой совсем не нужен. Нам ближний бой совсем не нужен. Парашют... Ой, нам отсюда вообще ничего не нужно. Ой, тоска, печаль. Разве что огненным шаром пулять. Нам-то, по сути, в этой ветке... Чё, у нас, блин, ни одного воина нет. Длинный лук, точильный камень, огненный шар, парашют, манекен, мишень. Блин-то, нам тут вообще ничего не надо в этой ветке. Блин, будем фаерболами пулять. Я понимаю, это дорого. Ну что поделать? Так, а эту ветку... Ну, каменную печь я не хочу создавать. Яблочный пирог. На карте нет яблок. Хлеб. Надо мука. Мука с чего делается? Мука делается из зерна. Окей, яйца. Яйца. С яйцами сложно. Что ж там такое можно испечь? Ладно, что-то придумаем. Вот такие красивые топоры, ух, красавчики, блин. Красавелы. Так, и один дохляк. Дохляка мы воскресим еще не скоро. Так, кто тут чем занят? Тут вы все сделали, молодцы. Теперь у вас новая задача. Копаемся под землю. Открываем... этот самый и идем налево и направо. Так, вперед, братюни. Кирки у вас, конечно, ни о чем. Можно создать один, к примеру, меч для того моего недо чувака, который непонятно какой фракции относится. Так. Где все? Чем эти все заняты? Забей. Без тебя справятся. Не знаю, почему они тут ломают. Раз их им нравится, то пусть ломают. Так, тут уже золотая руда пошла. Так. Блин, что ж с этими долбанными каменными херовинами? Фонтаны я там собирался создавать в больших количествах. Так, пока эта братва работает, ловушку. Ловушку для... Ох, 6, блин, это я... Блин... Это я немного того. Погорячился. Ты только в яму не упади, блин. Кончено. И чё, кто тут ловится? Лама в такую хрень может поймать? Ой, мать.
Ой, мать. Так, секунду. Секундочку. Ой, мать. Таламу заберите, блин. Вот вы фигней страдаете. Уламу заберите, я вас прошу. Животное страдает. Ой, ловушка того потратилась. То есть она на три этих самых. На три раза. Ну ладно. А как эти яйца, например, получать, если я птичку заведу у себя дома? Так, нафиг выламываем, не будем мы ничего заменять. Так, теперь у меня ламы есть. Так, птичку мы просто жестко нагнули. Просто жестко нагнули птичку. Так, можно создать миллиард булочек. Окей, так. Яйца. Что яйца? Так, а яйца, наверное, еще не принесли. Ладно. Вместо воды. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Окей. Надеюсь, ламы уже часть моего дома, их никуда не унесет. Это было бы не очень хорошо. Заменить корень. Ага, вот здесь вырвало целую кучу всего. Кажется, ламы все-таки научились летать. Вот отстой. Вот блин. А ну навалились, блин. Девать пока тут не так. Где-то наш недоближний бой ошибочный. Вот он. Долбаная лама, блин. Как ты могла? В принципе, одной там хватит. Точнее, двух. Я слышу. Ну, узнай, кто там. Это, ребят, кто-то, наверное, пришел. Не дуй спокойно поиграть.
походу не дадут поиграть. Я не пойму. Я сказал меня не трогать. Блин, последний день отпуска, ребята. Последний день отпуска. Сказал меня не трогать. Все вопросы, блин, решайте сами. А, блин, все-таки придется нажать паузу. Ладно, ребята. Внезапно, спонтанно и все такое. Короче, еще одни гости. Это уже вторые или третьи. Все. Всем пока-пока. Увидимся, услышимся в новом ролике.